Привет, друзья и гости нашего канала. Продолжаем нашу поездку на экскурсионном автобусе по Москве. Снимала я еще в мае. Была дождливая погода. И все снимала с автобуса, с экскурсионного, через окно. Звук пришлось выключить, потому что сидели также люди, и много детей кричат, шумят, разговоры, смех. Просто пришлось убрать. Вот сейчас мы проехали, но мы еще раз проедем мимо этого дома. Дом правительства Российской Федерации. В автобусе через наушники можно было услышать экскурсовода, который рассказывал о городе Москва, о его достопримечательностях. Но жаль, конечно, что вы это не сможете услышать. Почему? Потому что были включены только наушники. Если бы это было общий рассказ, чтобы все могли слышать. Но тут так сделано, что включаются наушники, и каждый включает. Кто-то хочет слушать, кто-то просто смотрит и разговаривает. Почему я и выключила звук? Потому что просто болтали. Я как раз рядом со мной сидели. Кто-то смотрел, а кто-то просто, может быть, катался и любовался. Конечно, жаль, что не услышали вы экскурсовода, но хотя бы просто так полюбуйтесь, посмотрите на достопримечательности города Москвы. Конечно, находясь в городе Москва, ну, несколько дней, мы были где-то 3-4 дня, и мы бы не смогли все это посмотреть, и эта экскурсия на автобусе, я думаю, что хороший вариант. Мы многое увидели, тем более мы еще и на катере прокатились. А так бы пешком много бы не увидел. Может быть, вот я почему и снимала Ваганьковское, Новодевичье кладбище. Да, там, конечно, уже можно пройти, посмотреть. А весь город очень тяжело за 3-4 дня увидеть и снять что-то интересное. И поэтому я думаю, что экскурсия – самый удобный, такой оптимальный вариант. Ну вот опять с левой стороны белое здание, Дом правительства Российской Федерации. Я вспоминаю где-то 93-й, может быть даже, вот, точно не помню года. Мы ездили в Москву за товаром, и как раз мы остановились на квартире. И туда мы проезжали на автобусе. И я в окно увидела вот это здание. Оно было вверх такой черный, обгоревший. Это как раз были события в октябре 93-го года.